Известному одесскому историку и краеведу Александру Бабичу неизвестные сожгли автомобиль. Машина была припаркована рядом с домом, в котором в этот момент находились дети одессита. Поджог машины произошел накануне, когда историка, краеведа и гида по Одессе Александра Бабича не было дома. Но дома были его дети, а также бабушки детей. На опубликованных фото и видео заметно, что автомобиль стоял прямо у входа. И только по счастливой случайности никто не пострадал, обошлось без человеческих жертв. Однако, как отметил позже сам Александр, приезд пожарной позже трагедии было не избежать. Что любопытно, как предполагает историк, причиной поджога авто могла стать его публичная, гражданская и общественная деятельность. Ведь Александр Бабич известен в городе как человек, выступающий против хаотичной застройки Одессы. Личных врагов у меня нет. Я лет уже 5, по-моему, ни с кем всерьез из там, друзей, не ссорился по каким-то личным мотивам. По бизнесу я занимаюсь экскурсиями историй. То есть это не тот бизнес, где люди что-то выясняют. У нас в нашем цеху все нормально, даже нет какой-то там конкурентной борьбы, мы коммуницируем друг с другом. А по общественной? По общественной, да, у меня там вполне серьезно, я долго говорю о том, что наш город убивается, да, и город застраивается, уничтожается исторический центр. Ну, наверное, как историк, там кому-то не нравится моя проукраинская позиция. Стоит отметить, что в 2014 году историку неизвестные подожгли квартиру. Впрочем, ни исполнителей, ни заказчиков правоохранители так и не нашли.